Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди, на аппарате Наркозис. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья. Игра офигенная, просто офигенная, очень атмосферная и довольно-таки страшная временами. Так, а что нам нужно сделать-то? Видимо, нам нужно сюда. Давайте сначала посмотрим, что у нас здесь. Туда мы не попадем, окей. Кстати, ребята, а вы в курсе, что на канале уже более 1000 видео? А это означает, что вам в любой момент найдется, что посмотреть. Так, слушайте, мы здесь были, получается. Я думаю, это достойно лайка. Как-никак, 1000 видео. Представьте, сколько это часов, учитывая, что каждый от получаса до полтора часа. Так-так-так, стоп-стоп-стоп-стоп, аккуратненько, платформинг пошел опять. С этим у меня обычно не очень хорошо все. Так, в какую сторону лучше, в эту или без разницы? Ну, выглядят эти платформы ненадежно, погнуты, прямо могут рухнуть. Поэтому давайте на них задерживаться особо не будем. Тихо-тихо. Так-так-так, движки восстановились. Слушайте, а мне кажется, что вот это зеленое нечто, оно отдаляется, реально. Смотрите. А мне к нему вообще нужно? Или мне туда нужно? Стоп, а куда мне нужно-то? Давайте сюда и выйдем. Да-да, я поспешу. 5 минут у нас есть. Стоп, подождите, это вообще... Это что? Это галлюцинация или... Или чего это? По идее, с той стороны мы тоже так обошли бы, наверное, как-то. Так, ладно, давайте туда перескочим. Так. Охлаждаем движки и... Хорошо. Что по воздуху? So much diligence makes every aspect of daily life heavy. Each task or item, like getting into a suit or going outside, has an equivalent weight. So, for getting cargo or yourself over to Compass 2, shuttle's the most efficient option, relatively speaking. Так, 50% кислорода, это нехорошо. Челнок не готов к отправке. Для справки нажмите А. Дверь отсека заблокирована, челнок ожидания. Дверь отсека. Нам нужно как-то ее разблокировать, понятно. А еще приоритетная задача для меня — это найти кислород. Так, нам, видимо, сюда. Там нас напугают. Справа что-то есть? Видимо, там мы дверь и разблокируем, да? Ладно, сейчас еще один кусочек чьей-то смерти возьмем. Давайте сначала, пожалуй, испугаемся. ID не обнаружено. Так, нам туда. Окей. Что это такое моргает? Вызвать лифт, даже так. А что здесь? Ангар субмарины. Подлодка отправлена. Так. Походу здесь ничего и нету. По крайней мере, на данный момент. Возможно, потом нам сюда понадобится вернуться.
Так, а куда нам нужно-то? Включить лифт? Уровень. Ой, я не знаю, куда нам надо. B1 или F2? Готовьте челнок. Давайте на B1 попробуем. По-моему, мы были на F2. Хотя мы были в другой части корпуса, так что и неизвестно еще. Посмотрим B1, потом уже, если что, на F2 сплаваем. Так, здесь есть кислород, это прекрасно. Здесь есть спрут, это не прекрасно. Так, памятка, как избежать пожара. Вот какая-нибудь мини-карта была бы очень кстати. Стоп, мы и туда можем, и туда можем... Ой, так, нет, нет. На, дохни, 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 тварь. Дохни. Он толкает нас, офигеть. Сдох, паскудище. Так, быстро бежим за баллоном с кислородом. Противные гадости эти. Я вообще вначале испугался. Стоп, а здесь что? Здесь тупик. Может быть, здесь просто что-то возьмем? Здесь кислород есть. Прекрасно, это мы на заметку. Там каротит. Я испугался был, что он нас куда-то столкнул. Мне даже показалось, что я начинаю падать. Я думал, все, хана мне. Столкнул меня вон туда, в ту дырку, и все. Стоп, а нам, может, туда и нужно? В принципе-то. А черт его знает, на самом-то деле. Что за комната? Получение транспорта. Здесь есть баллон с кислородом, поэтому можно осматривать комнату. Можете даже меня напугать, все равно кислород есть. Айдишники с вас не возьму, нет. Пугать нас не хотят. Ну и ладно. Тем лучше. Сэкономим кислород. Ага, может, нам здесь и нужно нажать что-то? Открыть дверь отсека. Ой, лучше бы я это не делал. Три крабика, еще и этот самый спрут. Слушайте, наверное, стоит вернуться обратно. Отправьте челнок. Подготовьте. Ой, елки-палки, ну. Ну что ты будешь делать? Так, здесь спрута не появилось? Нет, туда я, наверное, не пойду сейчас. Я пойду, знаете, куда? Я пойду вот сюда. Ой, блин, напугал меня. Ничего не делая, я не смотрю на тебя. Я здесь что-то возьму. Что это такое? Сувенирчик какой-то? Кукла Дарума. Стоило команде собраться, и Андерс развивал кипучую деятельность. Ежедневные летучки, новые идеи, вечеринки на дни рождения. Японцы дарят куклу Даруму, чтобы боги не спаслали удачу и терпение. Глаза у такой куклы специально оставляют без зрачков. Владелец рисует один зрачок, когда загадывает желание. Второй надо подрисовать, когда цель будет достигнута. Затиравшись в лимбе, я не могу понять, этот разжиревший циклоп подмигивает или мне только кажется. Эта загадка останется здесь, как и сам Андерс со своими амбициями. Интересно. Ой-ой-ой-ой-ой, так не смотрю я на тебя. Хотя я хочу посмотреть, что тут. Лед. А здесь кислорода нету нигде? Нет. Так, лишь бы вот эти крабики сюда не поперлись, тогда все будет хорошо. Так, берем кислород. Может быть, мне нужно вообще туда отправиться, но я не хочу, ребята.
надеюсь, что это не так, потому что, ну реально, там три краба. Одного еще как-то можно обойти, а три, я даже не знаю, там еще спрут в придачу. И даже не только обойти, просто у нас сразу же потратится кислород от страха, и все. Пока мы спрута завалим, 50% мы потеряем. Так, стоп, здесь было или не было никакого помещения? Нет, здесь не было. Ладно, поднимаемся обратно тогда. They kept the heat up, but the weight and presence of the ocean, you can't shake that. Gets under your nails and gums like your teeth are coming loose. Я надеюсь, все правильно, раз пошел текст, пошел рассказ, мысли. And at some point it recedes. Героя. You might not notice that till you're topside, but it's always there. Вот лодка отправлена. Давайте просто глянем, что здесь изменилось что-то или нет. Но вроде как нет, подлодка отправлена. Все, давайте. Я немного уже здесь запутался. Так, а здесь баллон мы не заправим никак, да? Так, стоп, а половинка красным светит, что бы это значило? Стоп, кислород лежит. Окей, будем иметь в виду. Челнок не готов. Дверь отсека разблокирована, челнок ожидания. А что же сделать с ним-то? Ну, мы можем, в принципе, вот отсюда прямо упасть, но... Не особо понимаю, зачем. Челнока я здесь так-то и не вижу нигде, так что... Челнок, ожидание. Хм. Банально не врубаюсь, что нам нужно сделать. Что от нас хотят? Ну, походу, нужно... Нет, стоп, ну я не знаю. Отсюда я... Нет, стоп, это лифт. Давайте все-таки зайдем сюда, посмотрим. Подготовьте челнок. А как это сделать-то? Подлодка отправлена. И что дальше? Да нет, я не думаю, что нам нужно вниз, потому что лестница обрывается. Ладно, давайте. Давайте наверх смотаемся. Быстренько. На F2. Надеюсь, там будет кислород рядом лежать, потому что у нас уже с этим слабовато как-то. 40% это маловато. Ой, елки-палки. Ты ведь не встанешь, я надеюсь, да? Так. Ну реально, какой это был маркер хотя бы, куда идти, или хоть текстом. Нужна ключ-карта. А что это за дверь? Транспорт-контрол. Это паскудище, по-любому, и там еще... Слушайте, нужно срочно найти где-нибудь кислород. Так, ну это я просто по кругу, значит, обхожу, да? Так, а здесь шкафчик открыт, может быть... Нет, ничего нету.
Так, ребят, у нас проблемы. 25%. Так. Ой! Ты нажимаешь, ну... Он еще не сдох. Ай, ну... Сдохни, тварь. 0% кислорода. Хана нам, ребята, хана. Нереально. В игре просто огромная проблема. Это кислород. Постоянно нужно невероятно его искать, искать и... Где мы оказались сейчас? Нам что, все заново нужно делать? Ну, офигеть, ребята, просто офигеть. Красота. Слушайте, а давайте пока здесь... 10 пауков еще нету? Просто было бы быстрее, наверное, вот так вот спрыгнуть. Нет, они есть. Блин. Ай, плохо. Так, куда там я ходил в прошлый раз? Придется повторять. Так, кислород, пожалуй, оставим здесь, там возьмем, я думаю. Хотя давайте, знаете что, давайте первым делом отправимся как раз таки наверх. Подготовим челнок, а потом уже откроем все двери внизу. Просто для разнообразия, чтобы разобраться, что нужно вверху сейчас делать. Так, а здесь айдишника нету. Окей. Хотя, может быть, нужно было первым делом открыть все шлюзы и так далее. Может быть, я сейчас реально ошибку совершаю? They kept the heat up, but... The weight and presence of the ocean, you can't shake that. Gets under your nails and gums like your teeth are coming loose. And then at some point it recedes. Все упирается в кислород. You might not notice that till you're topside, but it's always there. Вот я не люблю, когда в играх нужно на скорость как-то. Как здесь, например, вот. Нужно быстро, иначе закончится кислород. Я хочу иметь возможность 5 минут постоять и просто вот ничего не делать. Ну вот, опять сейчас будет тратить наш кислород, зараза. Ай-яй-яй-яй, застрею. Так, я нашел кислород. Можно рыбу убивать, значит. Либо попробовать аккуратно пройти. Ага, аккуратно не получится. Она ждет нас там. Задницу. Да. Да как от тебя избавиться? От тебя ж не убежи просто. На. Вот так тебе, паскуда. 55%. Давайте пока что немного потерпим. Глянем, что за дверью. Может быть, за дверью будет еще запас кислорода лежать где-то. Просто хочется, чтобы за спиной на всякий пожарный был баллончик. А почему здесь в крови все? Офигеть. Высокое потребление кислорода. Ну, красота. Один из них по-любому живет сейчас, да? Так, нет, ребята, не пойдет. Нам нужно за кислородом. Иначе кранты. Ну, учитывая, что у него там постоянно, прямо непрерывно, высокое потребление, это может быть большой проблемой. Так, где там та рыба? Она сюда плывет или нет? Или развернется сейчас? Если сюда, то, думаю, нормально будет ее укокошить.
А, так стоп, это не такая рыба. Эту нам бояться не стоит. Отлично. В таком случае отлично. Здесь уже безопасно. Блин, я не хочу на время опять-таки. Я не хочу спешить. Как я не люблю спешить в играх. Там впереди что-то моргает. Так, хватит тебе бояться, все. Успокойся. Успокойся ты, ну. Так, ты дохлая, ты дохлая. Так, взяли что-то? Дель Ароя, Виктор. Виктор всегда говорил тихо, почти стеснительно. При этом он был не в силах скрыть гордыню, которая сквозила в каждом его движении, каждом поступке. Конечно, Виктор, как и большинство из нас, редко рассказывал о своем прошлом, но от него просто пахло деньгами. Сильнее всего у людей глаз наметан на то, чего они сами лишены. Представьте, что сказала его семья, когда Виктор выбрал себе работу, связанную с изнурительным трудом и постоянным риском. Узная они о его судьбе, стали бы гордиться. Или восприняли бы весть с жалостью и стыдом. Так, слушайте, а здесь мы только... А, как раз ключ-карта, вот, то, что нам нужно. Ее звали Айрис, но все мы называли ее Мальбой. Боевая была девчонка, несмотря на маленький рост. А может, как раз именно из-за него. Хотя макушкой Мальба едва доставала мне до груди, скучать она нам не давала. Я нашел ее в камбузе. Как и у прочих членов команды, дело у нее было не в проворот. 7 дней в неделю. Не было ни единого дня, когда она бы не вплывала в эту комнату или не вылетала из нее, пытаясь накормить всю нашу ораву. Чтобы она не кормила теперь, оно, наверное, неподалеку. Природа неумолима. Всегда. Ужас какой. Вот она. Так, ключ-карту мы взяли. Теперь понятно, что нужно делать, куда двигаться. Главное побыстрее выбраться отсюда, чтобы потратить как можно меньше кислорода. Да уйди, уйди, ты мешаешь. Мне интересно, а что убило этих спрутов? So I did. Thought about giving up. With that much time to think about nothing. Just about anyone would. Thing is, the suit's designed to keep you safe, even from yourself. Makes it hard to take the easy way out. Вот реально, ребята, а что убило вот этих крабов? Что убило тех спрутов? Любопытно. И самый важный вопрос, когда будет сохранение? Я не хочу просто, если что, повторять опять заново все это долго. А если что, скорее всего, случится, потому что я все еще не уверен, что правильная последовательность все делаю. The suit keeps out what you need to be afraid of. Only the fear is trapped in there with you, and it's thriving. So yeah, maybe you're safe and dry, but inside you're drowning. Так, все в порядке, давайте подождем, пока оно будет отправлять его. О, офигеть, я увидел блестяшку какую-то, но не сразу понял, что это вообще человек. Рац, Лукаш. В подводном доме нас было всего 20, а потому планка интеллекта задралась очень высоко. Доктор наук или нет, Лукаш был не глупее и не умнее остальных. Поэтому понять его действия, его попытку избежать неизбежного, не очень-то и просто.
Уравновешенный Лукаш был низведен до чистого инстинкта – карабкаться все выше и выше, смотреть, как прибывает ледяная вода. В свои последние мгновения он был в состоянии ребенка, с искореженным от электрического удара телом и разумом, неспособным оценить чудовищность настоящего положения дел. Ужас. Какая опасная работа все-таки. 3,5 километра под водой. Офигеть. Так, там вроде зеленым светится, значит, все в порядке. Стоп, а мы можем вообще сюда выйти и... А, так мы сейчас вниз спрыгнем, это короткий путь как бы. Чтобы обратно не топать через лифт. Офигенно вообще. Слушайте. Стоп, а там может быть что-то есть? Ну-ка, давайте глянем. А, только лишь... факелы. Ну, давайте возьмем один. Так, а нам теперь нужно вниз, да? Ну да, все понятно, что делать. Дверь отсека заблокирована. Ладно, отправляемся вниз. Так, здесь у нас вот лежит, видимо, да, баллон с кислородом или нет? Я что, его взял был или нет? Или как? Или он пропал куда-то? Ну да ладно, здесь вроде как их в достатке должно быть. Какая страшная музыка. Я прям боюсь. Ну реально, ребята, это офигеть как атмосферно. Не каждая игра может добиться такого уровня атмосферности. Так, здесь у нас есть кислород. Отлично. Так, здесь у нас есть спрут. Нам нужно налево или направо? Справа, по-моему, что-то можно было взять или нет? Но он курсирует. По-любому придется его убивать, иначе потом он на нас нападет. В самый неподходящий момент. На! Да! Ты что делаешь, а? Дай промазал! Но здесь неудобно, он бьет не тогда, когда нажимаешь. Поэтому не так просто угадать нужный момент. Я не помню, здесь мы что-то могли взять или нет? Вроде... А, кислород! Ну отлично, тогда тот оставим там. Этот берем. Так, здесь вроде ничего не произойдет, если я правильно помню. И вроде как ничего интересного-то нету. Собрать нечего, подобрать нечего. Так, все. Мы выполнили задачу. Можно брать вот этот кислород сюда, мы уже не вернемся, в принципе. Хотя, ну, возьмем 12% как-никак. А вот тоже пригодятся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Про тебя я и забыл. Это может какое-то воспоминание просто. Либо галлюцинация на самом-то деле. А что у нас здесь, я не помню. Ага, здесь нас напугают все-таки. И здесь мы возьмем вот эту штуковину.
Так, все, просто улыбаемся и машем. На всякий случай этот баллон оставим здесь, потому что, возможно, нам придется туда все-таки топать, где эти паукообразные крабы находятся. Не зря же их там поставили. Возможно, просто напугать нас хотели, а может быть, не зря. Поэтому пускай баллончик будет все-таки один. Так, а теперь нам, может быть, сюда нужно, да? Или нет? А, нет, все равно не сюда. А, вот здесь еще есть кислород. Давайте возьмем здесь. Ну, я думаю, все, мы можем теперь воспользоваться челноком. Он нас прямо приглашает воспользоваться им. Так. Здесь ведь никого нету, никто не заплыл сюда. Никакой спрут, никакая гадость. Интересно, конечно, посмотреть, что сзади на тех пауков. Ну ладно. Ну что за невезение? Мы только отправились в компас 2, а они возвращаются в компас 1. Да что ж такое? You were prepared, but what happened next caught you completely off guard. Can we talk about that? Какого лешего? Они в нас врезались, что ли? Тех, кто вернуться хотел. Ну, все через одно место, а. Вот не везет, так не везет. Кромка воды. Что происходит, ребята? Это что это? Галлюцинация какая-то? Вот это уже очень интересно на самом деле, что происходит. Но узнаем мы с вами это уже в следующей серии. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.